Привет, меня зовут Сбарчук Эвджен. Сегодня я покажу мой процесс обработки портретных фото. Начну с программы Illuminar AI. Здесь удобнее работать с общим видом фотографии. Не нужно тратить много времени для выделения глаз, губ и так далее. Открываю программу, добавляю фото из моей фотосессии, захожу во вкладку Edit, начну с лица. Выбираю Face AI. Радужку глаза немного выделяю и делаю брови более контрастными. Перехожу в портретное боке. Размываю фон в пределах 50%. В секции Color Harmony усиливаю теплые цвета, повышая желтый оттенок до 34%. А в секции холодные цвета понижаю синий до минус 21%. С помощью Enhance смещаю акцент значению 35%. Так детали станут видимыми в тенях. Экспортирую. После обработки открываю проект в Pixelmator Pro. Здесь можно проработать лицо с помощью частотного разложения, о котором я говорил в предыдущем видео. Теперь посмотрите на до и после. Надеюсь, мое видео оказалось полезным и приглашаю вас к просмотру следующих видео.